Жидкости и газы состоят из множества частиц, обладающих огромной подвижностью. Для демонстрации этого воспользуемся гидролотком. В воде находится обезжиренный алюминиевый порошок. Даже небольшое перемещение тела в жидкой или газообразной среде вызывает значительные передвижения частиц в разных направлениях, завихрение и перемешивание масс. Подвижность частиц жидкости и газа приводит к тому, что их траектории оказываются сложными и запутанными, могут многократно пересекаться друг с другом и сами с собой. Характерным примером сложности траектории частиц является турбулентное движение. Здесь частицы хаотически перемещаются по всем направлениям. Это становится видимым благодаря окрашенным струйкам в потоке воды. Течение явно не установившееся. Однако для практических целей нет надобности знать траектории частиц. Например, для определения давления потока в разных точках поверхности крыла необходимо знать поле скоростей вблизи поверхности, а не траектории частиц. Для описания поля скоростей наиболее удобно понятие о линиях тока. Они представляют собой огибающие векторов скорости для данного момента времени. В дымовой аэродинамической трубе создается поток воздуха, в который впускаются струйки дыма. Получается картина линий тока. И мы видим спектр обтекания профиля крыла. У носка профиля происходит торможение частиц. Над верхней поверхностью крыла поперечные сечения струек уменьшаются, следовательно, скорость увеличивается, а давление уменьшается. Под нижней поверхностью сечения струек увеличиваются, скорости уменьшаются, а давление увеличивается. Дымовые струйки дают картину вихрей за неудобно обтекаемым телом. Двуугольный профиль при малом угле атаки является удобно обтекаемым телом. При большом угле атаки это же тело становится неудобно обтекаемым. Вихри отрываются поочередно с одной и другой стороны тела. Поэтому спутная струя за телом колеблется в поперечном к потоку направлении и вызывает колебания струек перед телом. Будем наблюдать обтекание модели самолета в аэродинамической трубе. Течение можно сделать видимым с помощью щелковинок, наклеенных одним концом на поверхность модели. Щелковинки в потоке показывают направление линии тока. Места срыва потока с поверхности. Образование вихрей. Картину течения на поверхности модели можем наблюдать также с помощью жидкой пленки. На модель наносится тонкий слой вязкой пасты, на котором в потоке воздуха постепенно прорисовываются линии тока. На модели треугольного крыла, помещенного в аэродинамическую трубу, становится видимым растекание потока при приближении к боковым кромкам. У кромок в результате затягивания воздуха с нижней поверхности образуются вихри. С помощью того же метода жидкой пленки наблюдается обтекание интерцептора, отклоняемой пластинки, на верхней поверхности крыла.
При помощи окрашенных струек можно наблюдать ламинарное и турбулентное течение. Вот ламинарное течение воды в стеклянном трубопроводе. При увеличении числа Рейнольдса появляется возмущение. Возникают отдельные турбулентные пятна. Они разрастаются в турбулентные пробки. И, наконец, мы видим развитое турбулентное течение. Оно всегда не установившееся и сопровождается хаотическим перемешиванием масс жидкости. Благодаря распыленному порошку мы наблюдаем вихрь с прямолинейной осью. О вращении частиц можно получить представление по этой фигурной пробочке. Вне ядра вихря движение происходит без вращения частиц. Такое движение называется безвихревым или потенциальным. В ядре вихря движение происходит с вращением частиц. Оси вихрей могут быть криволинейными и кольцевыми. Мы наблюдаем взаимное влияние вихревых колец. Переднее кольцо сжимает и ускоряет заднее. Заднее, наоборот, растягивает и замедляет переднее. Происходит так называемая игра вихревых колец. Вы видите картину течения газа в сверхзвуковой аэродинамической трубе при обтекании модели самолета МиГ-21. Течение газа становится видимыми благодаря оптической установке, в которой используется изменение коэффициента преломления при изменении плотности газа. А это картина течения при обтекании модели самолета близкой к Ту-144. Линии тока потенциального течения можно наблюдать на этом приборе. Поток воды пропускается между близко поставленными параллельными стеклами. Течение здесь стесненное, медленное, число Рейнольдса весьма мало. При установившемся течении вращение частиц относительно оси перпендикулярной стеклу отсутствует. Дальнейшие кадры сняты камерой, повернутой на 90 градусов. В тех местах, где струйки сближаются, скорость течения по сравнению со скоростью набегающего потока увеличивается. Вы видите картину потенциального обтекания плоской пластинки перпендикулярной потоку. Здесь течение за пластинкой и перед ней симметрично. При симметричном обтекании точки торможения потенциального потока располагаются одна на носке тела, другая на его хвостике. При несимметричном обтекании профиля крыла потенциальным потоком без циркуляции точки торможения располагаются одна на нижней части контура профиля вблизи носка, другая на верхней вблизи хвостика.
Теперь будем плавно увеличивать угол атаки крыла. Обратите внимание на то, что при неустановившемся потенциальном обтекании профиля перестраивается течение. Происходит перетекание струек у хвостика с нижней поверхности крыла на верхнюю. Аналогичное перетекание происходит у носка. В результате сгущаются линии тока над носком. Устанавливаются новые положения точек торможения. Они сдвигаются на нижней поверхности к хвостику, на верхней — к носку. При помощи прибора, аналогичного предыдущему, мы наблюдаем простейшие потенциальные потоки. Сток. Плоский источник. Вихрь с прямолинейной осью. Если прямолинейно-поступательный поток наложить на источник, получается обтекание симметричного носка. Линия тока, проходящая через точку торможения, уходит в бесконечность, образуя так называемое полутело. Наблюдаем наложение источника и стока равных расходов. Все линии тока берут начало в центре источника и входят в центр стока. При наложении прямолинейно-поступательного потока на источник и сток равных расходов получается поток, обтекающий овальный цилиндр. Добавляя новые источники или стоки и меняя расположение их центров, можно изменять форму обтекаемого тела. Например, при сближении центров источника и стока получаются обтекаемые тела, близкие к круговому цилиндру. Если
центры источника и истока равных расходов сближать, а расходы увеличивать обратно пропорционально расстоянию между центрами, то в пределе получается новый поток, называемый диполем. Наложение прямолинейно-поступательного потока на диполь дает картину линии тока при потенциальном обтекании кругового цилиндра несжимаемой жидкостью. Близкая к этому картина получается в эксперименте. Наложение вихря на сток дает течение со спиралевидными линиями тока. Рассмотрим на простейшем примере процесс передачи движения в газовой среде. Почему отскочил шарик? В неподвижной газовой среде слабое возмущение, исходящее от источника, передается от частицы к частице. Это приводит к образованию перемещающихся сгущений и разрежений. Слабое возмущение распространяется со скоростью звука. От неподвижного точечного источника слабые возмущения распространяются в виде сферических волн давления и разрежения с центром в центре источника. В неподвижной газовой среде за каждую секунду слабая волна отходит от источника возмущения на расстояние, равное скорости звука. В воде слабое возмущение распространяется со скоростью в 1450 метров в секунду. Самолет, летящий с малой скоростью, также является источником слабых возмущений. При этом он как бы гонится за уходящей от него волной. С увеличением скорости точечного источника наступает момент, когда волны не могут оторваться от него. Они уплотняются перед источником в общей точке касания. В этот момент скорость источника становится равной скорости звука. Если скорость точечного источника больше скорости звука, то возмущения, вызванные источником, не могут проникнуть за пределы конуса, который является огибающей поверхностью сферических волн. Этот конус называется конусом возмущения. Угол при его вершине уменьшается при возрастании числа m. Поэтому при сверхзвуковых скоростях полета взаимное влияние частей самолета распространяется только на те области, которые находятся внутри соответствующих конусов возмущения. Эти съемки сделаны в аэродинамической трубе при помощи специальной оптической установки, делающей видимыми уплотнения в газовой среде. На модели самолета, обтекаемой потоком со сверхзвуковой скоростью, видны скачки уплотнения. Они возникают перед каждой выступающей деталью, вплоть до заклепок и задиринок. Скачки уплотнения на самолете остаются до тех пор, пока его скорость не уменьшится и не станет докритической. Практически источником малых возмущений, то есть звуковых волн в воздушном потоке, может быть любое малое препятствие, например, риска или задиринка в виде заусеницы на поверхности обтекаемого тела.
Воздух и другие газы легко сжимаются. При этом температура увеличивается. Этим пользуются в разных областях техники. Например, для воспламенения горючей смеси в цилиндре дизеля. На разрезе цилиндра видны форсунка, поршень, всасывающий клапан и выхлопной клапан. В цилиндр всасывается воздух, поршень сжимает его, подается горючая смесь, она воспламеняется от высокой температуры сжатого воздуха. Выхлоп. На этом опыте показано оплавление и испарение металлического образца, помещенного в сверхзвуковой поток. Еще раз повторим этот опыт. Космический корабль, возвращаясь на Землю, входит в атмосферу с большой скоростью. Перед кораблем появляются скачки уплотнения. Носовая часть корабля сильно нагревается, защитная обмазка сгорает, а корпус корабля сохраняется. Каждая точка поверхности тела при движении в газе является источником слабых возмущений. Эти возмущения распространяются со скоростью звука. Теперь представим себе, что скорость потока стала сверхзвуковой. Слабые возмущения концентрируются перед телом. Массовая плотность и давление воздуха в этом месте повышаются. Передний фронт заторможенных слабых возмущений, образующий границу в виде тонкого слоя, представляет собой скачок уплотнения. Пересекая скачок уплотнения, поток скачкообразно уменьшает свою скорость. Ее составляющая, нормальная к поверхности скачка, становится дозвуковой, а составляющая касательная – сохраняется. Скачок, отстоящий от тела, называется отсоединенным, в отличие от присоединенного скачка, прижатого к носку тела. Такой скачок сопровождается наибольшими потерями механической энергии. Скачок называется прямым, когда он расположен под прямым углом к набегающему потоку. На теле с заостренным носком при достаточно малом угле скачок будет присоединенный. Наклон скачка зависит от формы тела и числа М потока. Мы видим, как угол наклона косого скачка увеличивается при увеличении угла клина. Чем меньше этот угол, тем меньше изменение скорости и давления при пересечении скачка потоком, поэтому косой скачок вызывает меньшее волновое сопротивление, чем прямой. Скорость потока нарастает. Наклон скачка к направлению потока уменьшается. Эти данные относятся к клину, у которого угол между боковой поверхностью и плоскостью симметрии равен 12 градусам.
Два профиля находятся в одном и том же дозвуковом потоке. Почему на толстом профиле уже появился скачок уплотнения, тогда как на тонком его нет? Спектры обтекания обоих профилей разные. Вблизи от места наибольшей толщины верхнего профиля струйки сужены. Следовательно, здесь скорость в струйке достигает наибольшей величины. Из уравнения энергии для струйки газа V квадрат, деленное на 2, плюс А квадрат, деленное на К минус единица, равняется констант, следует, что чем больше скорость движения газа в том или ином сечении, тем меньше скорость распространения звука. С возрастанием скорости потока скорость звука в средней части профиля уменьшается. При определенной скорости потока кривые распределения V и A соприкасаются, а при дальнейшем ее увеличении пересекаются. Это показывает, что на поверхности тела образуется область сверхзвукового движения, за которой следует дозвуковая область. Переход на крыле сверхзвукового потока в дозвуковой сопровождается появлением скачка уплотнения. Резкое повышение давления за скачком вызывает утолщение пограничного слоя, срыв потока с поверхности крыла и обратное течение за местом срыва. Пограничный слой турболизируется. За скачком появляется вихревая зона. Это явление носит название волнового срыва потока. Скачок уплотнения располагается на некотором расстоянии от поверхности крыла, так как вблизи нее скорость всегда дозвуковая. Вследствие повышения давления за скачком, пограничный слой перед скачком вспучивается. На границе вспучивания пограничного слоя, как и перед клином, возникает косой скачок. Он опирается своей вершиной на прямой скачок. Вместе они напоминают букву лямбда. Поэтому такой скачок называют лямбдообразным. Такой скачок появляется и на нижней поверхности тела. С увеличением скорости потока скачки смещаются назад. Когда скорость набегающего потока несколько больше единицы, образуется головной скачок уплотнения, а другие скачки смещаются на заднюю кромку. Переход механической энергии в тепловую в скачках уплотнения и вызываемый ими волновой срыв создают дополнительное волновое сопротивление. В скачке уплотнения, так же как и во взрывной волне, происходит резкое нарастание давления. Вследствие этого полет сверхзвукового самолета сопровождается характерным звуком-хлопком. Возмущение в газовой среде и скачки уплотнения можно также наблюдать в гидролотке, основываясь на законах гидроаналогии. Дело в том, что волны на поверхности воды в неглубоком водоеме распространяются аналогично волнам сжатия и разрежения в газе. Незначительный бугорок образует небольшое возмущение, которое, стремясь сгладиться, распространяется в потоке в виде волны. В слабой волне возмущения непрерывно изменяются плотность, давление, скорость и температура. Если же тело имеет конечную толщину, как, например, клин, то возникает сильная волна. Это соответствует скачку уплотнения. Итак, волны на поверхности воды моделируют скачки, возникающие на телах, обтекаемых потоком газа. Картина волн на поверхности воды зависит от формы тела. Это демонстрируется изгибанием пластинки, помещенной в гидролоток. Увеличение скорости потока воды наклоном лотка аналогично увеличению числа m потока газа.
присоединенные скачки все больше наклоняются к поверхности клина. При повороте клина носком вправо, на левой стороне скачок остается, а на правой он почти исчезает, так как образуется зона пониженного давления. Теперь видим обратную картину расположения скачков. При наличии за клином прямоугольника, за переходом от клина к прямоугольнику также возникают присоединенные скачки, а на конце прямоугольника – донные скачки. При переходе от прямоугольника к обратному клину давление повышается плавно и скачки не возникают. При переходе от прямоугольника к расширяющемуся клину поток поджимается, давление увеличивается, и в месте излома контура возникает скачок. С увеличением числа n угол наклона скачков уменьшается. Если угол раствора хвостовой части больше некоторого критического угла, то увеличившееся давление в угловой точке m угол наклона скачков уменьшается. Если угол раствора хвостовой части больше некоторого критического угла, то увеличившееся давление в угловой точке отрывает пограничный слой. На поверхности цилиндрической части присоединенный скачок при этом сдвигается против потока. В срывной части образуется так называемый жидкий конус с дозвуковым течением газа. У вершины хвостовой части возникает отошедшая ударная волна. В случае плохо обтекаемого тела перед ним возникает отошедшая ударная волна. Пластина, помещенная перед плохо обтекаемым телом, своим пограничным слоем перестраивает поток. Образуется косой скачок уплотнения, который снижает сопротивление более чем в два раза по сравнению с исходным телом. Те же явления можно наблюдать в сверхзвуковой аэродинамической трубе на модели шара. Перед шаром образуется отошедший криволинейный скачок уплотнения. При постановке иглы он становится присоединенным косым скачком. Сопротивление шара с иглой оказывается меньшим, чем без иглы. Скачки уплотнения, взаимодействия друг с другом, как правило, увеличивают сопротивление. Скачок имеет свойство отражаться от поверхности. Направленным взаимодействием скачков можно почти полностью уничтожить волновое сопротивление. В отличие от идеальной жидкости, частицы вязкой жидкости прилипают к поверхности тела, а не скользят вдоль нее. Поэтому у поверхности тела, обтекаемого вязкой средой, всегда находятся заторможенные вращающиеся частицы. По мере удаления от поверхности тела их скорость увеличивается, а угловая скорость вращения уменьшается. Мы наблюдаем в длинном гидролотке течение вдоль продольно обтекаемой плоской пластины.
Течение вблизи поверхности удобно обтекаемого тела. За телом заторможенные частицы образуют спутную струю. Чем больше поперечный разрез тела, тем шире спутная струя. Она заполнена вращающимися частицами. В ней могут быть и отдельные вихри, образованные в результате отрыва и свертывания пограничного слоя. Течение вязкой среды и силы трения в среде зависит от того, является течение ламинарным или турбулентным. Уменьшим скорость потока, при этом число Рейнольдса уменьшится. Силы вязкости влияют на течение, и оно становится ламинарным. С возрастанием числа Рейнольдса возникает турбулентное движение, которое сопровождается хаотическим перемешиванием масс жидкости. На это расходуется значительная часть энергии потока. Сопротивление трения при переходе от ламинарного течения к турбулентному резко возрастает. Это видно из следующего опыта. Вытекает ламинарная струйка. Мы подняли бачок. Течение в струйке стало турбулентным. Несмотря на увеличение напора, скорость истечения уменьшилась, и, следовательно, сопротивление увеличилось. На переход ламинарного течения в турбулентное влияет также продольное ускорение частиц. Частицам можно дать положительное ускорение, пропуская поток между суживающимися стенками. Возмущения при этом затухают, и течение ламинаризируется. Если течение замедленное, то при торможении возникают поперечные движения частиц. Поток турбулизируется. В этом можно убедиться, наблюдая течение в раструбе диффузора. Воспользуемся гидролотком с водно-глицериновой смесью. Меняя соотношение между компонентами смеси, можно в широких пределах изменять коэффициент вязкости, а следовательно и число Рейнольдса. Мы наблюдаем картину вязкого течения вдоль плоской продольно обтекаемой пластинки. Вдоль профиля крыла при малых значениях числа Рейнольдса. Вдоль профиля крыла при несколько больших значениях числа Рейнольдса. При обтекании кругового цилиндра. Рассмотрим, как изменяется спутная струя за круговым цилиндром по мере нарастания числа Рейнольдса. Перед нами течение среды с большой вязкостью. Число Рейнольдса очень мало. Постепенно и медленно увеличивая число Рейнольдса, мы видим, как нарушается симметрия течения относительно горизонтальной оси, несмотря на симметрию самого тела. Горизонтальный хвост, состоящий из заторможенных за цилиндром частиц, становится волнистым, колеблющимся. По мере роста числа Рейнольдса, амплитуда и частота волн постепенно увеличивается. На их вершинах, в результате того, что частицы здесь имеют большую скорость, чем частицы внутри спутной струи, образуются зачатки вихрей. Они разрастаются по мере того, как в ядра вихрей поступают новые порции пограничного слоя. И приближаются к цилиндру.
происходит распад спутной струи за цилиндром на два ряда противоположно вращающихся вихрей, расположенных в шахматном порядке. При больших числах Рейнольдса течение вспутной струи становится турбулентным. Лобовое сопротивление цилиндра, находящегося в потоке вязкой, несжимаемой среды, вызвано в основном этими вихрями. Выясним, как происходит образование вихря в пограничном слое. Нарастание давления вдоль потока в хвостовой части тела приводит к торможению частиц пограничного слоя. Вследствие потери кинетической энергии частицы, не достигая хвостовой части, отходят в сторону от поверхности. Происходит отрыв пограничного слоя. За местом отрыва появляется обратное течение. Вы видите профили продольной скорости в разных течениях пограничного слоя вблизи места отрыва. При симметричном обтекании тела вихри отрываются поочередно с обеих сторон, вращаются в противоположных направлениях и располагаются за телом в виде двух расходящихся рядов. Отрыв пограничного слоя и образование вихрей не являются следствием кривизны поверхности. Они происходят всегда, когда давление потока нарастает достаточно интенсивно. Например, в плоском диффузоре. На плоскости с препятствием также происходит отрыв пограничного слоя. Из-за нарастания давления перед препятствием происходит отрыв слоя и образуется вихрь. При несимметричном обтекании тела свертывание пограничного слоя происходит несимметрично. Например, в начале движения задней кромки крыла сходит разгонный вихрь. При остановке крыла из пограничного слоя образуется вихрь. Он вращается в противоположном направлении и называется остановочным. Колебательное движение крыла сопровождается образованием за ним непрерывной вихревой пелены, состоящей из разгонных и остановочных вихрей. Положение точки отрыва пограничного слоя зависит от режима течения внутри слоя. Турбулентность увеличивает кинетическую энергию частиц пристеночного слоя, отчего точка отрыва резко сдвигается по потоку. Шелковинки на шаре показывает линию отрыва пограничного слоя. Скорость здесь докризисная. Увеличим скорость потока. Число Рейнольдса становится закризисным. Как видим, линия отрыва сдвигается по потоку хвостовой части. Вихревая зона и лобовое сопротивление уменьшаются. Таким образом, переход в пограничном слое от ламинарного течения к турбулентному для удобно обтекаемых тел увеличивает сопротивление, а для неудобно обтекаемых уменьшает. При больших числах Рейнольдса режим течения в пограничном слое вдоль тела изменяется. В носовой части расположен ламинарный участок пограничного слоя, за ним переходный и далее турбулентный. Знание законов пограничного слоя позволяет управлять течением жидкости или газа в слое. Для уменьшения сопротивления трения удобно обтекаемых тел необходимо создать в пограничном слое режим ламинарного течения. Или максимально сдвинуть место перехода ламинарного течения в турбулентное. На профиле крыла
можно достигнуть этого, сдвинув к хвостику местоположение максимальной толщины. В результате область положительного ускорения частиц, где сохраняется ламинарное течение, растягивается на большую часть профиля. Такой профиль называется ламинаризированным. На профиле обычного крыла с максимальной толщиной на 30-35% хорды ламинарное течение удерживается только вблизи носка. На ламинаризированном профиле такой участок занимает до 60-70% хорды. Ламинаризация пограничного слоя на крыле удерживается лишь в небольшом диапазоне углов атаки. При этих углах атаки происходит уменьшение лобового сопротивления крыла и увеличение его аэродинамического качества. Полярная диаграмма ламинаризированного крыла приобретает иной вид, чем у обычного крыла. Напомним, что полярная диаграмма первого рода представляет собой зависимость CY от CX при разных углах атаки. Ее можно также рассматривать как геометрическое место для разных углов атаки конца вектора коэффициента аэродинамической силы, начало которого закреплено в начале координат, как в полюсе. Так выглядит полярная диаграмма обычного профиля крыла. Если крыло имеет ламинаризированный профиль, на его полярной диаграмме будет область углов атаки, при которых CX значительно уменьшен по сравнению с CX. Обычного профиля той же толщины. Другой способ ламинаризации пограничного слоя состоит в отсасывании части слоя с поверхности тела в таком количестве, чтобы толщина слоя нигде не превышала критического значения. Вы видите расположение щелей на профиле крыла, предназначенных для отсасывания пограничного слоя с целью его ламинаризации. Через эти щели на опытном отсеке крыла происходило отсасывание пограничного слоя в полетных условиях с помощью трубки Вентури. Перед вами установка опытного отсека крыла на самолете. Полетные испытания показали, что несмотря на неизбежные вибрации и атмосферную турбулентность, пограничный слой был ламинарным почти на всем протяжении крыла, и лобовое сопротивление уменьшилось в 5-6 раз. Иные методы применяются для управления точкой отрыва пограничного слоя. Как уже известно, при турбулентном течении в пограничном слое точка отрыва располагается дальше по потоку, чем при ламинарном. Отсюда следует, что для перемещения точки отрыва вдоль потока необходимо искусственно турбулизировать пограничный слой. Этого можно достичь установкой разных турбулизаторов. Вот, например, кольцо на шаре. В результате турбулизации пограничного слоя точка отрыва отодвигается по потоку
и лобовое сопротивление шара уменьшается. Аналогично действует турболизатор, установленный перед крылом. Другой метод управления точкой отрыва. Как известно, за этой точкой давление повышается по сравнению с безотрывным обтеканием. Понизим давление за точкой отрыва с помощью отсасывания через щели. Пограничный слой вновь прилипает к поверхности. Восстанавливается безотрывное обтекание. Этот способ называется отсасыванием пограничного слоя. Он применяется и для улучшения обтекания крыла. В результате отсоса изменяется вся картина линий тока, увеличивается циркуляция вокруг крыла и его подъемная сила. Теперь рассмотрим более эффективный способ управления отрывом пограничного слоя путем выдувания воздуха через щели. Если сделать крыло щелевым, то при больших углах атаки автоматически возникает течение воздуха сквозь щели. Такие крылья называются щелевыми. Эффективность щелевого крыла можно наблюдать у птиц при их посадке. Ускоренная съемка показывает, что при посадке птица растопыривает перья, образуются щели, и это позволяет птице садиться круто, с малой скоростью и без пробега. Однако разрезание крыла ослабляет его конструкцию. Поэтому на практике щелевые крылья применяются лишь в виде крыльев с предкрылками или закрылками. Это профиль с щелевым закрылком. Недостаток щелевого закрылка состоит в том, что при больших углах его отклонения естественной струи недостаточно для ликвидации отрыва пограничного слоя. Отрыв можно полностью ликвидировать, если выдувать дополнительную струю из крыла на отклоненный закрылок. Наиболее перспективным средством увеличения подъемной силы крыла является струйный или реактивный закрылок. Струя воздуха выдувается через щель в хвостовой части крыла. Сдувается пограничный слой с верхней части, увеличивается кривизна линий тока под крылом и появляется дополнительное количество движения, направленное к низу. В результате подъемная сила возрастает в несколько раз по сравнению с профилем без реактивного закрытия. Игра в футбол сильно осложнилась бы, если бы мяч вращался наподобие волчка. Вследствие разности скоростей, а следовательно и давлений на противоположных сторонах вращающегося мяча, на нем появляется боковая сила, направляющая мяч в ворота. Аналогичное явление можно наблюдать и на круговом цилиндре. При разматывании тесьмы создается вращательное движение цилиндра. Он взлетает и плавно планирует. При более быстром рывке цилиндр делает в воздухе петлю. В чем причина возникновения подъемной силы на вращающемся цилиндре? Скорость частиц под цилиндром становится меньше, чем скорость набегающего потока.
а скорость частиц над цилиндром больше. Поэтому картина линии тока относительно горизонтальной оси несимметрична. Точки торможения потока смещены вниз от оси. Давления над цилиндром будут меньшими, чем в набегающем потоке, а под цилиндром большими. В результате сложения нагрузок, происходящих от давлений, возникает подъемная сила. Несимметрия обтекания обуславливает также подсасывающее действие струи на помещенный в нее легкий шарик. При наклоне струи шарик послушно следует за ней. Картина линии тока и распределение давлений по поверхности шарика объясняет возникновение подъемной силы в наклонной струе, направленной на шарик. Эта сила уравновешивает его вес. Обтекание крыла, имеющего подъемную силу, всегда сопровождается образованием вихрей. Они возникают в результате перетекания воздуха с одной стороны его поверхности на другую. Оси этих вихрей расположены вдоль потока. Вращения на левой и правой половинах крыла противоположные. Эти вихри называются свободными. Вы видите вихревые жгуты за крылом. Если нет подъемной силы, отсутствуют и свободные вихри. При перемене знака подъемной силы изменяется направление вращения вихрей. Обтекание крыльев и самолетов удобно наблюдать с помощью шелковинок, приклеенных одним концом к поверхности тела. В качестве примера демонстрируем кадры испытания в полете самолета типа «Утка», у которого горизонтальное оперение расположено перед крылом. Шелковинки показывают, что обтекание крыла плавное, без отрыва пограничного слоя. Здесь угол атаки меньше критического, так как поток за оперением скошен к низу. В то же время на горизонтальном оперении угол атаки больше критического и происходит отрыв потока. Вы видите интенсивный отрыв потока с верхней поверхности крыла. Модель установлена в потоке аэродинамической трубы под углом атаки большим критического. Современные формы крыльев, применяемые в скоростной авиации, треугольные, стреловидные в плане, крылья малого удлинения, отличаются сложным пространственным обтеканием. Обтекание треугольного и стреловидного крыльев сопровождается течением, направленным вдоль размаха. Это течение приводит к отрыву потока с верхней поверхности и образованию свободного вихревого жгута, который сходит с крыла не у торца, а в промежуточной точке размаха. Для борьбы с этим недостатком применяются различные средства. Перегородки, мешающие течению, направленному вдоль размаха. Они называются аэродинамическими гребнями.
турболизаторы, которые устанавливаются на верхней поверхности крыльев. При закритических углах атаки отрыв пограничного слоя с верхней поверхности крыла приводит к тому, что с возрастанием угла атаки подъемная сила убывает. Вследствие этого крыло начинает вращаться вокруг продольной оси, хотя оно и симметрично относительно плоскости, перпендикулярной размаху. Такое явление называется авторотацией крыла. В полете в результате авторотации и уменьшения подъемной силы самолет сваливается в штопор. Мы заканчиваем фильм демонстрацией некоторых новых типов самолетов. Самолет с вертикальным взлетом и посадкой. Самолет с изменяемой в полете геометрией крыла. При полете с большой скоростью его крылья стреловидно в плане. Это уменьшает волновое сопротивление и увеличивает критическое значение числа m. При взлете и перед посадкой крылья могут быть повернуты и становятся прямыми в плане. Это уменьшает посадочную скорость. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Он представляет собой выдающуюся победу советской авиационной техники, опередившей в создании сверхзвуковых пассажирских самолетов зарубежную технику. Это стало возможным в значительной мере благодаря достижениям советской аэродинамики.